Привет, зрители! Чанян или Чанган, если дословно читать название бренда. Модель CS95 сегодня с нами в разгоне до сотни. Вновь новая локация для съемок. Что-то ковыряют вечно, изменяют. И там, где обычно я для вас показываю все, повредили разметку. Видимо, снимать асфальт будет. Бог его знает. В общем, вновь локация, которая позволит более-менее ровно все это дело заснять. Впрочем, разгон с двух педалей в привычном месте, точный, сопоставимый с другими материалами, так что все будет окей, друзья. Ну а то, что приходится менять место съемок, бывает, жизнь она изменчива и ничто не постоянно, что называется. Итак, 95-й, крупный семейный кроссовер, я бы сказал, который в целом не должен ехать очень быстро. Ну, с семьей обычно как, спокойно едешь, чуть тапку придавил, как говорит, сразу жена пилит, да, или теща там ругается заднего ряда, ты куда несешься? Но, если высадить все это дело, да, и поехать одному, то может автомобиль хорошо ехать. Буду проверим, как едет 95-ка. Здесь по Чангану все предельно понятно. Есть топовый 2-литровый мотор с разными степенями форсировки. Причем самое интересное, что там буквально там 10 сил разница. Вот недавно пикап показали, 233 силы. Здесь 224. Ну, как, кстати, у Юникей, соответственно. Но машина больше, машина крупнее. И, естественно, будет ехать несколько иначе. Посмотрим, как дополнительная масса скажется на разгонных возможностях этого автомобиля. Будем сейчас проверять, на что способен. Режим, вы можете обратить внимание, эко. Причина понятна. Сейчас времена такие, что нужно топливо к топливу рачительно относиться и, в общем, всячески его беречь. Про это обязательно покажу в основном тесте. Здесь разгон. Много слов прелюдии, ну, что делать. Климат у нас будет в авторежиме, чтобы максимум задействовать, да. Посмотреть, как реагировать будет автомобиль на спокойное движение при максимально необходимом ускорении. Это важно. Напомню, с двух педалей есть тут разгон, максимально быстрый. Обязательно, специально для вас он будет, соответственно, в этом же видео в конце, рейс-лоджик, все дела, четко, спорт-режим. Это обычно, потому что обычно вы едете с одной педали, должны примерно понимать, как машина пойдет. Ну что, полный привод, разгоняемся, правда, в 2WD. Шины хорошие, зацепистые, континенталь. И 2WD здесь по сухому вполне справляется, в шлифовку не уходит. Что удивительно, кстати, потому что 225 сил и, да, можно с одной педали ездить спокойно. Это, кстати, опять же, благоприятно на расходе топлива сказывается. Ну а зимой 4WD и полный контроль. Поехали потихонечку, 6 передач. Будет нас сейчас разгонять, посмотрим на возможности. Итак, я останавливаюсь, фиксирую автомобиль с одной педали. Поехали, в пол. Видим, почти до 6000 докручивает по тахометру автомобиль, и мы ускоряемся. Не сказать, что вдавливает ощутимо в кресло, но и медленно автомобиль тоже не назвать, вполне уверенно разгоняется. Давайте смотреть на табло, какой результат. Бытовой разгон, да, здесь у вас. А рейс-лоджик? Что ж, 10,5 секунд. Не бог весь, какой результат. Можно было. Можно было желать, конечно, большего, можно было хотеть и из 10, чтобы выезжало, но для большого семейного автомобиля, наверное, это не обязательно, наверное, все-таки думаю, такие требования предъявлять почти к 10, в принципе, нормально, большинству более чем достаточно, да, ну а более мощные версии, может, мы их увидим, может, не увидим, не знаю, в целом, я не могу сказать, назвать автомобиль хоть как-то медленным все-таки. Не получится это назвать, тем более автомат передачи сам выбирает. На педаль дави и удовольствие получай. Вот такие вот дела, мои дорогие зрители. Как всегда, разгоняем автомобили и проверяем их возможности. Что до динамики, кто скажет? Ну, сравнение, скажи, сравнение, приведи сравнение, в общем, на что похоже. Ну, на самом деле, это динамика, по сути, того же X-Trail, да, между 2.0 и 2.5 соответственно.
Вот. Вот примерно так. Ну, кошка дорогу прибежала. Такая. Не знаю, в приметы верите, нет. Ну вот. В общем, вроде она не особо черная, с краплениями, поэтому скрещивать пальцы не будем. В общем, едет как те бренды, которые нас ушли, опять же, да. Или мы их ушли. Да, сами, в общем, разбирайтесь в терминологии. Ну, а Китай замещает, и машина хорошая предлагает. Вполне себе достаточной по динамике для подобного вида транспортных средств. Ну, вполне. Ну, до Америки, вы видите, да, до Америки, где Honda Pilot, Ford Explorer. Вот, мне кажется, наиболее близкие названия, потому что все места, все дела. Ну, там они побыстрее, ну и помощнее, что называется. Там V6, соответственно. Ну, а новых тоже. Downsize. Тоже турбо там появляется. Но тем не менее, в общем, на мой взгляд, вполне достаточно. И медленным не повернется язык назвать. Но кто хочет быстрее, будем ждать новых событий. Я продолжу рассказы про автомобили. Как всегда, специально для вас. Проверяем в разных возможностях, в разных ипостасях. И, как всегда, с вами. Для вас. Для того, чтобы вы могли сами выбрать то, что вы действительно желаете. Исходя из всех возможных вариантов. До встречи, пока.